Хореографический коллектив «Импульс» вернулся с международного конкурса «Тульский сувенир». Сервинские танцоры стали третьими из 180 коллективов со всей страны и бывших союзных республик. Девушки занимаются всего третий год и на конкурсе показали хороший результат. Это любительское видео с международного конкурса. Девушки из хореографического коллектива «Импульс» представляют судьям танец-визитку под гимн Северодвинска. На конкурс в Тулу танцоры отправились впервые, и на их удивление не зря. Почетное третье место из 180 коллективов досталось именно северодвинцам. Всем очень понравилось, все нас запомнили сразу же. На следующий день, когда уже начали бороться за место, мы, то есть, танцевали два танца, современное направление. Ну вот, и уже на следующий день был гала-концерт. Там отбирались лучшие номера, но мы, к сожалению, не попали туда. Там где-то 20 номеров всего. Ну вот, и там уже прошло награждение. И вот мы стали лауреатами третьей степени. Было, конечно, страшно, но мы думали, что столько много коллективов, и даже не подозревали, что мы можем занять какое-то место. Было очень приятно и неожиданно. Танец-визитка коллектива и города очень понравились судьям и зрителям. Конкурсу «Тульский сувенир» танцоры начали готовиться еще с сентября месяца. Девушки исполнили два танца в номинации «Современная хореография». Девочки у меня большие молодцы. Они хоть и волновались, но они совсем справились. И в итоге результат. Мы получили третье место. Наградой за третье место стала путевка на следующий международный конкурс. Он пройдет в Санкт-Петербурге уже в следующем 2014 году. Но «Импульс» начал подготовку уже сейчас. Марина Хохлова, Денис Богданов, Вестник Северодвинска.